В Сирии возобновилась эвакуация жителей шиитских населенных пунктов в провинции Идлиб, несмотря на теракт, целью которого были беженцы. Его жертвами стали, по последним данным, более сотни человек. Взрыв прогремел в субботу на автобусной стоянке в районе Рашидин под Алеппо. В тот момент автоколонна ждала разрешения на въезд в город. Заминирована была машина, доставившая беженцам продовольствие. Взрывом была разрушена бензоколонка, из-за чего вспыхнул сильный пожар. В результате колонна оставалась на месте в течение нескольких часов, но в районе полуночи движение возобновилось. Речь идет об эвакуации жителей населенных пунктов Эль-Фуа и Кефрая, которые больше двух лет находятся в блокаде оппозиционных группировок и боевиков. В ООН ситуацию в этих городах называют катастрофической. По договоренности, достигнутой между правительством и оппозицией, оттуда в два этапа должны быть вывезены более 16 тысяч человек.